Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Новосибирске 20 июня. Точное время пока неизвестно. Напомню, из-за коронавируса церемонию перенесли с 9 мая на 24 июня. Именно в этот день, в 1945 году, советские войска прошли маршем по Красной площади в Москве. На время тренировки перекроют Красный проспект от здания бывшего автовокзала до улицы Гоголя. Возможно, движение ограничат и на прилегающих улицах. В праздничном параде в этом году будет задействовано около 2000 участников и более 50 единиц военной техники. Впервые новосибирцы увидят танки Т-72. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.